Подрастает новое поколение. Новое поколение не хочет слушаться того, что делают сегодня руководители всех стран. Оно бунтует. Чтобы его как-то остановить, бунт, вот это они, так сказать, будут постоянно давать сценарии войны. В Европе сценарий у них готов. Украина начинает, проигрывает, и Германия выступает на стороне Украины против России. Для чего? Чтобы еще раз, третий раз поссорить Россию и Германию. У нас возможно сближение. Чтобы его не было, надо обязательно, чтобы была кровь со стороны России и Германии. И они это, для этого Украину подожгли. Сама Украина никому не нужна. Украина поджечь конфликт между Россией и Германией. КНДР они закрывают, потому что сейчас рано воевать с Китаем. Потом они с Тайванем будут искать поводы для нанесения удара по Китаю. А самое опасное сейчас это Иран.